bizim daha da bir muradımız var. Bugün söylenen sözleri göre şunla gelecekte uzak koymalı bir aydan mı ya da iki aydan mı olar mı? Ciyılır bir daha bir şu etken işimizde göre, sözümüzde göre ne iş yürülüp duradır? Şu arada tergev verirse yakışık olar mı dedi sizge göre. Ne gelirse bizde ayta ya bu umutlar bunu söyleyip getkala artın geldirmeydi. O sayıda bir tülev var. Erinmeyle şu bugün aytkan sözlerimizde göre bir aydan iki aydan olsa da ciyılır bir daha bir tergev vereyim. Sözünü ki aytık ne olup duradır? O sayılan bunlar koyulsaydı, işte Sobsin'in adgonluğu zimeli сегодня является правительство Республики Дагестан. Bu вопросу götürgenedi Muhammed Salam'ın zamanında da. O zaman biz forum ettik piramidada, дали от имени кумырского народа, что мы не согласны с изъятием земель наших отцовских. Артада Абдулатипов келди 25-26 мая 2015 года кайтара жыйылып биз мына свери послание главы республики опять халпатында айттык, что вы не делаете это. Тем самым вы разжигаете межнациональную вражду у нас в республике Дагестан. А за разжигание межнациональных отношений бүгін согласно федеральным законам приравнивается к терроризму. Олай болған сол, руководство нашей республики обостряет межнациональные отношения, они попадают под эту статью разжигания межнациональных отношений. Террористы олар болып тоқтай бүгін. Руководство республики от того, что он игнорирует права и интересы местного населения. Біз мұна после нас бұлар қарады, халықтан таба кеттіріп болмайғанына жиді барды ұшонуылан университетте. Шонна бізде барды. Bunlar sürgünleri uçanlılardan taba kabul etmeye özün işin. Şunları barda uçanlılar bir bol olaydı. Valla biz yestiburumuz o toprakta. O topraklı yestileri var. Barık olana sonra onlardan razilik alıp ettiniz dedi. Biz sizge uçanlılar mı olup birimizde razilik vermeyiz dedi. Artta son bunlar netti. Senolo Rukavosta Respubliki Uruk Çiriz Komitet Аграрный комитет, Госнародный собрание, да, депутатлар булган жийди барда, глобалданда, общественный организацияланды, правительствода. Шондо жыйылганда биргине бир только глава Ногайского района Газим Ахматов атып үчүккенден аверне чыгып сөйлөп болду шулар. Шайтты я лично как глава Ногайского района я не даю согласия на этот вопрос о передаче земель отгонникам сельскохозяйственным, высокогорным районом. Я согласую этот вопрос со своим джаматом, населением, приняв их во внимание, я вам скажу ответ. Бильгина бир глава чықты, біз он бильде чықпады. Бүгін Бабайыт районна мұнда айтамыз біз, 372 гектардан всего 125 гектарын залимы закрепили, за Бабайыта. Торғали районна 126 мин гектарынан всего лишь 25 тысяч закрепили за Кунтар-Колой. 100 тысяч собственности республики, 250 тысяч собственности республики. Но без барызды говорим траву, в законе о земле четко сказано, если в интересах Российской Федерации или же субъектов Российской Федерации изымается земля у какого-либо населения, то государство обязано компенсировать равноценные земли или выплатить кадастровую стоимость этих земель. Бүгін біз правительство айтамыз, а по какому закону вы стали собственниками наших земель? Вы у нас взяли согласие на эти земли. Народ вам дал согласие. На этот вопрос правительство Республики Дагестан не может отвечать. Негедесем, біз барымызда білеміз, наши братья Бокерские, аварцы, когда у них забирали 60 гектаров земли в интересах Российской Федерации, для укрепления южных федеральных границ Российской Федерации 500 адам чыгып Путин дал келдирди. Путин приехал в Ботлихе, чтобы согласовать акт изъятия 60 гектаров земли. Жамааты салган эди. Президент, да, вы гарант Конституции, да. В законе о земле сказано так, и мы просим за наши 60 гектаров земли из подмосковных земель 60 гектаров. Это согласно закону. Тогда президент сказал, извините, этого не могу, но давайте другой вопрос, материально выплатим вам кадастровую стоимость этих земель. За эти 60 гектаров сам президент России принял решение
и выплатил материальную стоимость. А хотя сегодня 42 уголовного дела возбуждено по этому факту за превышение кадастровой стоимости земли в Ботлихе. По этому вопросу. То есть, получается, если президент России считается законом Российской Федерации, а руководство наше, правительство Республики Дагестан, он полностью игнорирует, он выше, что ли, президента России, наше руководство? Абсолютно нет. Поэтому нам, как общество, как народ уже кумырский, мы до сих пор не различали. Культура наша, менталитет не позволяла кого-то видеть ниже, кого-то видеть выше. Мы всегда были на равных, потому что мы первым делом братья-мусульмане, аль-хамдулля, барымызда. И мы не должны этого забывать. А корысть, если она в ком-то пробуждается, мы все вместе должны его остановить. Бугун, без нихтиярыз бар, правительство республики Айкова. Друг, по какому праву ты стал собственником наших земель? Покажите, провели ли вы референдум, взяли ли согласие у этого населения, чтобы забрать эти земли? Но если даже республика забрала свою собственность, 1,5 миллиона гектаров сегодня в собственности Республики Дагестан, в нарушении всех федеральных законов Российской Федерации. Собственником земли в законе сказано, является граждане сельских поселений. Кроме земель, которые имеют особый статус охраны. Это леса, это Министерство обороны, это водные ресурсы, которые должны быть введены в федеральные субъектов. У Сайла здесь стоит вопрос, что они незаконно стали собственниками земель. Здесь в федеральном законе 131, как вообще формируются границы муниципальных образований? Четко сказано в статье 11, часть 3. Территорию населения составляет исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения. То есть 372 гектара земли Бабаюртовского района – это земля людей, которые проживают в Бабаюртовском районе. Поэтому без ихнего согласия сегодня правительство Республики Дагестан уже разграничило земли. 250 гектаров, 250 тысяч гектаров он уже передал горным районам в нарушение всех законных прав нашего народа на эти земли. То есть они проигнорировали наши права на наши исторические территории. Поэтому здесь я предлагаю первым делом подать в Конституционный суд Российской Федерации о нарушении прав граждан кумырского народа на самоопределение и самоуправление в Российской Федерации, как того гарантирует Конституция Российской Федерации. Раз без джиюлансо, улуларыз байтай айтаула буру, гора должна хотя бы родить мышцы. Без джиюлансо, бир мекелли ишке урума тарапыз. Социалға бірінші предложениямыз беріп шуру Конституционный судка да и идти в этом направлении как народ. Второе предложение есть у меня. Мунакови сайты при изменении границ муниципальных образований должно пройти референдум, то есть согласие населения, которое проживает на данной территории. Если сегодня наше решение, наше мнение проигнорирует руководство республики, все наши депутаты, которые стоят от имени кумырского народа в парламенте, с председателем парламента, если они считают себя кумыками и считают, что они туда вышли, чтобы защищать права и интересы всех народов на равных, то они первыми должны подать в Конституционный суд о нарушении законодательства. Если они проигнорируют, то через 2 месяца, если мы, иншаллах, еще раз соберемся все вместе, то принять решение и провести общий национальный референдум по самоопределению кумырского народа в этой республике. Другого формы нет. Спасибо.